В оккупированном Донецке поражен склад с топливом для российских танков и другой техники. На данный момент на месте сильный пожар, который виден за десятки километров. По сообщениям, склад топлива РФ был поражен в Буденновском районе оккупированного города. Жители в шоке наблюдают за огромным шлейфом черного дыма, который, скорее всего, виден даже из космоса. Однако российские военные в еще большем шоке, так как горят запасы ГСМ для танков, которые свозились на зиму. А как вы знаете, потребляет военная техника очень много. Теперь у оккупантов могут возникнуть некоторые проблемки с нехваткой соляры. А без нее ни танк, ни военный грузовик никуда не поедет. Кошмар. Это дымит со стороны Буденновки очень сильно. Прям очень сильно. Прилетик в Буденновский район. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмякайте колокольчик. Обязательно оставляйте комментарии. Для помощи каналу ссылки в описании.